Вот у нас Золотой Фредди, тут нас на крыше поджидает. Это что такое? Новенькое что-то. Что-то жижа черная. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Всем привет, у меня Ура. Сегодня мы поиграем в Убийца Фиолетового 2. Что ж, погнали. Press, очень жаль. Play, love game. Так. Так, сцена сразу капкана, на его ноги уже видно. Так, пусть. У меня и сломал игру! Что делать? Я сломал игру. Так, я могу купить столик. Постер. Аниматроника я могу купить, за 1000. Берем этот столик. Вот. И вот сюда достаточно. Так, аниматроника. Фредди, Бонни. Пример. Как я могу поместить, я не понимаю. Вот. Так. Как его поместить-то? Ты не хочешь помещаться тупо. Окей, постер. Вот сюда мы ставим. И аниматроник. Аниматроник. Фредди Фазер. Поет песенка. И как же мы, например, вот эту куплю, другой автомат. Вот это вот поставим, тут там, и тут там, и за уголок у нас будет фан-арт. Где мой фан-арт? Окей. Голден Фредди мы повесили. Теперь постеры. Теперь я под 100. Всё. Все. Еще мы купим, допустим, Бонни. Понятно. Хорошо, будешь работать? Так, все. Например, еще что мы купим? Как он зарабатывать бы. Так. Внимание, как она здесь пишет бы. Сюда она. Так. Детишки, заходите. Так. Где? Ю. Поэтому твоё сестрё. Кстати, я как-то детишку с тобой заставлю. Нейтронник. Это, наверное, Golden Freddy. Нету. Коленького. Письма. Нет, елочка.
А где детишки? Где они? Или они сами должны прийти? Я ни себя не понимаю. Ладно. Отмена. Управление. The Jump. Drag, Zoom, Continuous Mod, View Smart. Пройтись-то. Например, Викум. Протайп. Нет. Прости, короче, потом бесплан. И это вот это вот. Дальше контрол. Кастом из мол был Q-Shop. Кастом не сможет проходить. Да, просто нажали. Фрейд чуть не поет. Пойдем посмотрим город. Там кому заработать деньги. Погнали на машинке. Оп. Еще нам тут криворуки водила. Так. Заесть-то я поеду. Вот что найду. От первого лица. Ух ты, прикольно. От первого лица. Неплохо, только играют. Все зрительно. Буду. А как назад? Блин, один этап нажимаем, не работает. Забугал игру. Стой, выйди. Они не видят, нормально. Где на самую машину едем? Тебе спокойно. Мы едем. Так. Куда-то мы приехали. Лайфкар. Что это? Рейскар. Это наш дом. Круто. А вот же Макс. Привет, Майк. Ладно. Так. Это что? Типа... Понятно. Вау. Тип 6АМ. Окей. У нас еще одна, кстати, ребята, дико появилась. Я могу сейчас эту игру попробовать взломать и посмотреть, что за хуй находится под за этой дверью. Кисточку. О, пацаны, я вернулся. Давайте теперь посмотрим, что за эта дверь находится. Так. Вот. Первым делом вот наш персонаж. Заходим в эту дверь. А тут ничего вообще нету. Просто комната для всего. Тут в этой комнате пустота. И тут тоже пустота. Вообще. Так. Тут тоже обычная структурка. Магу смотрит пусто белый телек. Тут. Это, короче, отдельная сцена. Давайте назад мы вернемся. Так, вроде там. Альф. Да, вот так вот я буду летать. Давайте тогда прилетим в завод автора. Вот, немного. Камыш. А тут особо ничего нет. Так, так. Посмотрим-ка тут. Просто обычный завод. Так.
пойдем, поедем-ка на море. Я. Невозможно просто управлять. Короче, вот так вот опускаю мышь и на маяк. Это обычная моделька. Так, альт. Иди туда. Тысячи лов, это что? Аэроспорт? Нормально. Окей. Да. Так, так. Пойдем. Или что это? Аэроспорт. Велком. Вертолет. 10 000 долларов. Вы издеваетесь? Собственно, вертолет за 10 долларов. А 24 матрона, когда потратить, чтобы купить вертолет обычный. Это не очень, конечно, идея нравится, можно потом вот попробовать как-то. А сейчас будем пока взламывать игру. Посмотрим, что у нас за пределами там находится. Так. Куда-то пролетели. Там какой-то дом. Выделяется, если так лагает, или что-то еще такое резкое движение камеры. Это такой там просто мод. Ну, короче, взломщик устроен. Смотрите-ка. Так, а что это такое? Что это? Так, что мне нужно нажать? Ну, я в конце ничего. Могу остановить игру. Так, полетели следующим образом. Полетели сюда. Так, что у нас здесь? Опять ничего, да? Окей. Раз ничего. Полетели. Дальше за пределы этой территории. Все. Вон сюда. Большая, конечно. Пока-то, но все равно полетим вон туда, далеко-далеко. Там же залетим на эту тут. Которую мне кажется, не скушу сам автоматики и аниматроники. Да. Это автоматики, аниматроники, роботы. Водичка. Просто это не время сейчас. Так. Куда же можно нам еще полететь? А давайте к пунктому домику полетим. Альт. Летим. Конечно, не особо это может еще до конца. Хотя. Полетели. Точки. Я сказал, ты что? Опа! Велись ли в дом. То же самое. Это же, знаете что? Это дом Скотта Калтона. Каптон Майнер. Офигеть. Дом Скотта. Тут есть небольшая. А куда мы будем здесь с помощью вертолета? Так, дальше. Это очень далеко находится. Он и... Так. 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 Ну что, может, далеко для меня? Там что? Где? Так. Вот это вот что. Тут мы были. Поехали вон туда, туда. А тут просто обрывается дорога. Фига себе. Ну, ладно. Погнали, еще какой-нибудь дан. Уже 12 есть. Так. Вот что у нас там еще. Что у нас? Гидроспорт. Аэропорт. Так, ну... Судя по всему, эта карта уже заканчивается.
Да. Серьезно. И время наше тоже заканчивается. Но мы еще кое-что не будем стрелять. Я хотела бы посмотреть еще какие-нибудь подхалочки найти. Но вряд ли его что-то тут найду. Такое что? Не понял. Такое. Ты не можешь войти сюда. Быстро плакать, инженер. Стоп. Что? Ты куда попал? Что за конус-то? Нет, какой? Ты попал, блин. Так, летим-ка наверх. Ничего не видно. Типа та. Что это? Нет, это фигня. Тестовый пол. Интересно. Интересно. Так. Сюда наверх. А, да. Это уже могу за 5000 разблокировать. Сити. То есть город. А как-то не хочу. Конечно. Концентрируюсь сюда. Попробую. Так, еще у нас Golden Freddy Cinema. Вот у нас Золотой Фредди тут нас на крыше поджидает. И, конечно же, тут пока я не могу войти, пока сюда нам будет нажать. Но я без персонажа не могу. Так. Тут у нас полицейский участок. Тут по всему увидимся. Мы можем проехать на машине. Тут что-то еще будет. Скорее всего тоже. Какая-то локация отдельная. Вроде мы тут почти все осмотрели. Да. Так. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Давай, лети, лети. Дым тут везде. Опа. Я что-то уж вижу. Working London Area. Какая-то Area. Личная какая-то. Личная. Эх, в каком таксополе она находится? КП? Это кто там? Это кто там сидит? Golden Freddy! Глючная книга. Golden Freddy сам. Фига себе. Вот это находится. Машина летающая. Дома. Прозрачная. Двери. Ключи тоже я могу войти. Банк. Понятно. Фига себе. Слушать нормально будет. Нет, то же самое. Это что такое? Новенькое что-то. Что за жижа черная? Опа. Понятно. Обычно как же было. Это замененно. Ну ладно, тогда. Будем это на этом заканчивать. С вами был я, Оранж. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И всем пока-пока.